Hurmatli mehmonlar, mezmonlar, hoş kelibsizler. Bugün ajoyib uchrashuv. Tarixda qoladigan bir kun desam bo'lar bo'lmaydi. Nima deganda, bu yerda eng namunali, eng hurmatga sazovor samarqandliklar bir davraga o'tirib aziz mehmonlarni kutib olyaptilar. Дорогой Абрам, это огромное счастье, когда встречаются люди, которые давно знают друг друга, которые ценят друг друга, которые способствуют пропаганде друг друга и которые болеют одной болезнью. Если вы, уехав из своей малой родины, болеете ностальгией по ней, то мы, живущие в Самарканде, болеем ностальгией по тем людям, которые уехали от нас. Потому что уехать можно, но потерять — это очень сложно. Одни теряют малую родину, другие теряют друзей. Лучшие сыны Самарканда, которые представляли эту великую нацию, покинули Самарканд, и мы сегодня это ощущаем. Это врачи, это люди науки, это люди искусства, это люди, которые олицетворяли свет интеллигенции и Самарканда, и Узбекистана. Но, с другой стороны, это огромная дипломатия, которую, предпосылку которой, наверное, все-таки организовала ситуация. И вот сегодня они являются посланниками Самарканда. И мы их встречаем как самаркандцев и как не самаркандцев. В этом и заключается особенность этой встречи. Поэтому я хочу приветствовать всех гостей, которые сегодня приехали. Ортугаке, сизгем катта рахмат. Ajoyib ochilish bo'ldi. Rahmat sizga. Я думаю, что дальше продолжит представитель искусства своим высоким назначением, а мы будем созерцать и благодарить их за то, что они нам сегодня привезли в подарок. Слово вам, дорогой. Спасибо большое. Спасибо. Assalomu alaykum. Men o'zbekcha nazna bedonam. Abram tojikcha gap mezanam, agar mumkin bo'lsa. Salomat bo'lsin. Rahmat. Yo'qlakaram deton. Salomat bo'lsin. Sayfi aka bar rahmat, Polod aka bar rahmat. Za vnimanie. Вот, я думаю, я нахожусь у себя дома. Вот. Омадим зиярат ба. Так, все это туя к зрону дым. Вот. Большое спасибо. Я вам хочу подарить пару песен, если можно. Mardigitlar qiymat baho narxi yo'q
Nomarlarının bir başadan farkı yok. Yigit bulsan havas keler yigit bul. Küngül demez küngül eğer derdi yok. Küngül demez küngül eğer derdi yok. Küller yavar var.
Samarkand başta yaktı. Aşule Samarkand nakhonim namishu. Marhamat. Slava Ilyas Malayeva. Muzika narodnaya. Pozhalosta.
Babam Mirza Uluk Bekler, makamı ahli ilmu, ahli irfanlar Samarkand'da. Makamı bu uzun olma anar ancır acab nonlar Samarkand'da. Yigitler Mısri Farhadu şirindik nozan kızlar kamandik koşları kayrılma can onları Samarkand'da. Makamı bazmı Ayşe davur davranlar Samarkand'da. Eğer şairliğinde istesen İlyas hayat dersin, büyük Allah'ımalar birler Samarkand'lar Samarkand'da. Joshi Bahar Samarkand'da.
yar Samarkand'da. Thank you.
Kadırdonlarım, bu nihayette heyecanlı lağzalar. Дорогие гости, впрочем, вы не гости, вы наши. Вы знаете, друзья мои, в Нью-Йорке между 7-м авеню и 42-й стрит есть одно 30-этажное здание. И там находится организация IRICS, International Research and Exchange Board. Это управление по международным научным связям. 35 лет тому назад я, молодой ученый, выиграл грант первым из узбекских ученых. Я тогда в Институте Востоковедения Абрама Кеа в Ташкенте работал. И уехал на полгода в Америку, представляете? Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет, Лос-Анджелес, UCLA, там читал лекции, молодой ученый. И когда я был в Принстоне, я купил один сувенир и дал ему 50 центов. 35 лет назад это были большие деньги. Я дал ему всего 50 центов, полдоллара. И по моему произношению он понял, что я иностранец. Он говорит: «Сэр, where you from? Кайрденс?» Я ему ответил: «From Узбекистан». «I see», он сказал. «Чунар ли хамаса?» Я пошел дальше, а потом вдруг у меня появилось сомнение. Я возвратился и говорю: «Сэр, do you know where located Uzbekistan?» Siz ozi bilasizmi O'zbekiston qayda joylashganini? Oh yes, in Canada. O'zbekiston Kanadada joylashgan. Abram aka, прошло всего 35 лет. 22 года тому назад, 1 сентября 91 года. И если бы он сейчас 200 стран, 180 сказали «да», мы знаем, что есть на карте мира независимое государство. Оно называется Узбекистан. Мы признаем это государство. А 140 стран сказали: мы не только признаем это государство, мы подписываем с вами дипломатические отношения. Я горжусь, что по поручению президента мне, как послу Узбекистана в России, тоже выпала честь подписать дипломатические отношения не только с крупнейшими странами Европы, но и с Аргентиной, и с Бразилией, с маленькой Мальтой и Кипром, даже с Марокко и многими другими странами. Вот что такое Узбекистан, в который вы сегодня приехали, мой дорогой. И что хочу сказать, дорогие мои братья, а мы действительно братья, у нас одни корни, вот эти корни, старый город. Я сам кончил 21-ю школу. Кто-то из старших учился в этой школе. Израиль Исаакович, Михаил Абрамович. Какие были люди, боже мой! Мы были братья. Мы не делили друг друга. Мы гордились нашим городом. Вот сейчас, наш дорогой Абрам Аке, мы слушаем Абрам Джон. Мы слушаем вас, прелестный, замечательный, чудесный. А самое главное – Бетакрор, неповторимый голос, потому что это голос только Абрама Талмосова. Бетакарсакля босын шу бетакрор авоз язлярым. Бу хазылмы, шунча йиллар отты, азизларымыз йонымызда. Мана шу османге карап, 600 йыл мукаддам Амир Тимурларны османы, Улугбекларны османы, бізлярны османымыз, баршаларымыз османы. И вот сегодня наш брат и сын Самарканда здесь и поет о Самарканде. И не просто, это не голос поет, это сердце поет. Абрам Джон, я думаю, я хочу сказать, что есть великие сыны и дочеря Самарканда. Никто никогда не возьмет место Берты Давыдовой.
Это однозначно. Вот только недавно была такая большая непередача, и ее сын Махмудов, он рассказывал о своей маме, и какая это была гениальная певица, великая узбекская певица. А вы знаете, друзья мои, кто первым сказал, что есть Узбекистан? Еще в 1936 году, когда в Лондоне первый фестиваль искусств был, и великая дочь Узбекистана, Тамара Петросова, Тамара Ханум, армянка, сказала: «Вот Узбекистан», и взяла гран-при. Друзья мои, а ровно через год в Париже идет международная фотовыставка, и первое место занимает картина, фотография «Узбекская Мадонна». Мы знаем Мадонну Боттичелли, мы знаем Джорджоне, мы знаем Джотто, мы знаем многих Мадонн, но узбекская Мадонна в 37-м году в Париже, она взяла первое место, гран-при, а автором этой фотографии был великий сын узбекского народа Макс Пенсон. Это наш брат, мы не делим армянка, мы не денем Пенсон, мы все дети великой узбекской земли, великого Самарканда. Почему, Абрамджон, почему его молодой ученик поют так? Вы знаете, я вот смотрю на вас и думаю, просто у вас, да, американская земля, да, вы на гастролях в Австрии, да, вас так встречают с плачем в Израиле. Но истоки-то ваши здесь. У великого русского художника Николая Константиновича Рериха спросили: почему вы в вашем творчестве, ну, всегда обращаетесь к Гималаям? И он сказал: это мое стремление к величию, Эвересту, которое питает дух. А почему Абрамджон не меняется своим замечательным тембром? Потому что это стремление к величию, и его дух питает великий Самарканд. Мы будем еще наслаждаться вами. Но я хотел бы сказать, что ваши друзья кое-что приготовили. Но прежде чем приготовить и вручить, я хотел бы вас... من شمای ابرام جان باز یک بار من شب من با زنگ زده گفتن که یوسف نگمتویچ پگا ابرام تلماسف مهمان ما میشون من بیخود چونکه ندیدم من 67 سال اینجا رفتم شما ندیده بودم لیکن من امروز نصیب کرد یک چیز شما میگم в Америке каждый первый вторник и четверг февраля проходит завтрак он называется National Prayer Breakfast Национальный благотворительный завтрак. Я был удостоен чести два раза приглашенным Конгрессом. Сидел рядом Лора Буш, Джордж Буш, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс. А рядом со мной сидел великий Лучано Паваротти. Боваркнет. И вот я, соприкасаясь с ним, себя дергал. Неужели это Лучано Паваротти? А сейчас я себя дергаю и говорю: неужели я стою со знаменитым Абрамом Талмасом? Но я еще не закончил. Дело в том, что вы поете и долго поете, а я ж педагог, у меня одна пара 80 минут, а я говорю всего лишь 50 минут. Поэтому я хочу вам сказать, вот рядом вот этот человек. Вы знаете, что, мой дорогой Абрамджон и дорогие мои братья, вот сейчас Фарух Хакимович, Хоким вашего Сиапского, где вы жили, начал. Дорогие мои братья, вот когда вы будете в Массачусетсе, в Гарварде, там вы пройдете около бизнес-скул, увидите скульптуру. Один маленький тщедушный priest по-английски, священник, рухоний, он сидит. И вот этот приз Рухони в 1636 году, он создал колледж религиозный, а через три года он умер. И когда он уходил из жизни, он говорил: «Халкым, училден киен, он алты, отыз токкыз, халкым, ман у дуньоге неману апкетеман, Европадан кегенімді, мана бір хавыч ерымыз, мана шу китаблар, мана шу пул, ман тағдым етіепман маны колледжімге».
И сейчас вот этот вуз, если сейчас обрамлен в Узбекистане 70 вузов. Я недавно работал в Корее, 357 вузов. В Японии 535 вузов. Во Франции 700 вузов. У вас в Америке 4400 вузов. Лучшим в мире считается вот этот. А скульптура там написана только слова. Джон Хауэрд, священник. То есть именем этого маленького священника сейчас называется лучший университет мира. Я к чему говорю? У нас сейчас свои Джоны Хауэрды. За 22 года поднялся бизнес, новая культура, новое мышление. И один из таких замечательных наших Харвардов, это Пулатханах Ярахимов, это он организовал. А до этого, знаете, он выпустил книгу «Самарканд Нуама». Ее написал Ходизода, профессор из Таджикистана, покойный. Пулатханах Ярахимов выпустил на свои деньги. И там большой блок, он еще подарит эту книгу вам обязательно, о вашей махале. Вот наши Харварды. Манашу Харвардларымызгем. Бытты карсакля бусын әзілерім. Ана енді тоқфаларын тапшырамыз. Пожалуйста.
Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, aziz akaxonlar, do'stlar, jo'ralar. Abram aka, xush omadid. Mana shuni demki, Abram aka men omadan kuta. Haminja didoratuna didana barosh omadim. Xush omadid akajon. این بلبلی سمرقند استاز ما ابرام تولماز ساغ باشید اکا جان ساعت بدارید همه وقت استاز ما یوناتون با ارتوق اتا جانوف ارتوق اکا خوش گلیب سیز اکا جان من شیرده اوترگن دوستلرمز نیسان جان جورمز خوش گلیب سیز انچه یل نیسان جان بلن برگه ایشلگنمز Bir de köp yigitler bilen, hususan Samarkand Davlat Filarmoniyası da Abram Akan bilen birge işlegen biz. Hamalaringiz hoş gelipsizler, kadamlaringizge hasan ol. Hazır bir gazalda ayeti bir aman, bu gazal, yangi gazal, bu gazalını Nisan Akan'ın onacanlarına bağışlayımız, ilahım ötkenlerine Allah rahmet kılgen bulsun. Ana şu ona canımızga bağışlayan koşu. Neçe gün ki yok aramın Kela olmayman huşumge Neçe gün ki yok aramın Kela olmayman hoşumga Ona canım Keçeleri kirip çıkar tuşumga Neçe gün ki yok aramım Kel almayman hoşumga Ona canım keçeleri kirip çıkar tuşumga Kollarda ak yelpigiç Ay nurda yaltırar Ona canım inlep beni Koşlarına çakırar Kiltirerler gaha beşik Kızlarda hayacan Yatar paytin buldu kudir Kela kaldir Nisan can Kollarda ağ yelpigi Ağ nurda yaltırar Ona canım inlep beni Koşlarına çakırar Kiltirerler gaha beşik Közlerde hayacan
yatar paytin buldu kudur kela kaldir bolacau yatar paytin buldu kudur kela kaldir bolacau. Allah aytıp boşkinamda bidor kechalar tonglaringni ottirganing necha nechalar Allah aytıp boşkinamda bidor kechalar tonglaringni ottirganing necha nechalar orzularim bustonida unigan chechaklar Hayalimdan ketmas endi ketmas onajon Qul uzatsam u kunlarga yetmas onajon Hayalimdan ketmas endi ketmas Onajon Kul uzatsam u kunlarga yetmas onajon Dünyada sen bor edin Kıyaş bor edin Kıyaş yine menge sendey Sırdaş bor edin Bu dünyada sen bor edin Kıyaş bor edin Kıyaş yine menge sendey sırdaş var edi Dilde nağam közlerimde ne yaş var edi Hayalimden ketmez sendi ketmez Onajon Kul uzatsam u kunlarga yetmas onajon Hayolimdan ketmas endi ketmas onajon Kul uzatsam u kunlarga Yetmez onajon Bu dünyada Bisyar eken Cümbağ tügüller Kani öşe Allah'ların Sehirli tüller Müzik
ona canım kaytmaz bulup ketti bu küller. Hayalimden ketmez sendi, ketmez ona can. Hayalimden ketmez sendi, ketmez ona can. Kul uzatsam o kunlarga yetmez ona can. Hayalimden ketmez sendi, ketmez ona can. Kul uzatsam o kunlarga yetmez ona can. Kul uzatsam o kunlarga yetmez ona can. Şu gazalını bundan 30 yıl ilgari Abram akamning bir de stüdyoları bor edi. Birge maslahat kılıp Abram aka mana şu koşuğunu tamburda siz çolup birin degen edim. Şu bilen mana şu koşuğunu dünyaya gelişige Abram akamni ham özlerini joyları bor, maslahatları bor. Sağ olun yeter. Seta ordi men halı dülüm sırgıçı tanbur. Könlüm girken gamlarını yazgıçı tanbur. Taura demen hol dulum surguchi tanbur. Könlüm girken gamlarını yazguchi tanbur. Bir neçe raqiblar sözidin gamzada bulsam. Dağda ham dert bulup oğuşma kirguchi tanbur. Bir neçe raqiblar sözidin gamzada bulsam. Dağda ham dert bulup oğuşma kirguchi tanbur. Kutao nazarlar bunu kadrini düşünmez. Dargahı azaldın haberi bir gıçı tanbur. Gar yar cemalini kurup pardağa salsam. Yara nağması anisine karoş et gıçı tanbur. Gar yar cemalini kurup pardağa solsam. Yara nağması anisine karoş et gıçı tanbur. Ham yar cemalidek ani naşası vardır. Hayrat otunun mavi sana kılgut
çı talbur. Aşık yüreğinin çıkıp ötük kelime onul. Bir uç konuğa cümleni kuydur bu çı talbur. Maşrabını tamam aklın olup ul butu huriyiz. Canımını yokup sine haroş etu çitandur. Maşrabını tamam aklın olup ul butu huriyiz. Dağda canımını yokup sine haroş etu çitandur. Kötü nazarlar bunu kadrini düşünmez. Dergâh-ı azaldın haberi bir gıçı tambur. Gar yâr cemalini kürüp pardağa solsam. Yârek nâğmâsı anisine haraş. İtruçi tanbura mehmanlarımız hoş kelipsizlere. Assalamu aleykum. Ahli Samarqandi Bostoni, albatta ba'z az ustozi muhtaram Yusuf Nigmatovich dast va mikrofon gifti juratkardan bishora qori dushvora ast, lek mo hamki hamchun Samarqandi nave tavonim vaqti ki dedim abrome ki butun jahon meshinosat va on abrome ki butun jahon mag'rur va mashuqi hamin insoni buzurg hast ustodi san'at navetonimki dar yak pahlo boshim boz yak bori degar yak jahon tashakkur abromjon va vatani xudaton xush omadid samarqandi bostoni hamma vaqt shumoro mepisandat va dar oyanda ham boyat hamin tavr boshat mo rafiqoni aziz با پیش روی این مرد صنعت سر خم می آوریم حتی برای آن که ابرام جان صنعت و مدنیت دو خلق بزرگ خلق ازبک و تاجیک را سر تا سر جهان پهن می نمایند تعظیم میکنیم ابرام جان با شما عمری بردوام سالهای سال باید همین طور باشد سمرقند که بیش از 3000 سال تاریخ بسیار بزرگ دارد از این تاریخ سمرقند سرنوشت پدر و بابای و بابکلان های شما هم هست و آنها البته در این تاریخ حصه خود را گذاشتند ما شما را بسیار دوست می داریم نمونه عبرت این آن بود که من امروز از 4 ساعت زیاد من همینجا ساکنانی بزرگی سمرقند معلوم مشهوری سمرقند منتظر آن بودن که یک لحظه شما را بینند و استعداد شما را باز یک مرتبه گوش کنند باز یک مرتبه تشکر میگویم به شما از نام سمرقندیان باز یک بار خوش آمدید میگویم و پیش شما سر فرود کرده من گفتنی هستم از نام هموطنان خودم که ابرام جان چون شما من مردی صادق را ندیدم در جهان باقی عمرم همیشه با شما میگذرد این از نام کل سمرقندیان و خواهشمندم که باز برآمده برای من همین سمرقندهای بزرگ برای هموطنان خود
دنی روی شمایم آمدم هم ساخنی کرگلیه بیدار دوستان آمدم هم ساخنی هموطن هایی عزیزم سیزگمیم اظهار ایتایی سیز اچون شادو غزل خانه اومدم من ساغنه سیز اچون Yakşılık
Tam Avram Gazal Khan olmadım sabrı bey Bahratan olmaz Gazal Khan olmadım sabrı bey Dusira Kurban olan budas. Merhamet.
تصادق وفضولي كمجان سيناي سيناي صافي صفا بخشن يا قربان ولا ميار سنة قربان ولا جون سنة قربان